Всем привет! У меня сегодня такое нежное, романтичное настроение и захотелось чего-то похожего, поэтому на обзор я выбрала вот такую вот коробочку. Называется парфюм Мелина для женщин и бренд Эмпер нам его прислал. Вот так вот она выглядит. Ну, пузырек попал под настроение. Такой вот он. Прикольный, задорный. Меня немного смущает бантик. Я бы его отрезала и выбросила, но в целом очень симпатичный пузырек. Давайте пробовать. Надеюсь, что там что-то очень нежное, очень такое цветочно-цитрусовое, легкое, повседневное. Вот прям весны захотелось очень сильно в моменте. Мне кажется, все уже устали от зимы. Я, наверное, сделаю вам подборку ароматов для поднятия настроения, каких-нибудь таких задорных запахов. Да, да, действительно. Очень легкий, цветочно-фруктовый. Вот прям то, что нужно было. Повседневный, ненавязчивый и напоминает мне один парфюм. Сейчас я вам его покажу. Вот. Очень давно и прочно томимо Латафа в моей коллекции. Уже я, ну, больше половины, наверное, использовала. Мне безумно нравится. Этот чем-то отдаленно на него похож. Но если этот у нас аромат преимущественно такой больше цветочный, то здесь я вот прям чувствую такую кислинку, которую, наверное, дают личи. Да, я уверена, что здесь есть личи, возможно, есть какой-то цитрус. Думаю, что здесь много цветов. Преимущественная нота, вот я прям очень четко личи слышу. Вот это вот его такой кисловато, сладковато, легкий, заряжающий, задорный, забавный запах. Очень молодой, очень повседневный. Думаю, что в нотах у нас будет что-то похожее. Давайте посмотрим на состав композиции и будем с вами разбираться. Ну что, собственно, пирамида композиции на самом-то деле соответствует оформлению пузырька. Вначале у нас звучит бергамот, личи, мускатный орех и ревень. В сердце мускус, пион, роза, ваниль. И в базе, база красивая, база прям такая. Кашмиран, кедр, ладан и ветивер. База удивительная. Шлейф от него будет шикарнейший, если он будет, конечно. Думаю, что он не очень долго на самом деле будет держаться. Такие легкие цветочно-фруктовые запахи держатся, ну, часа 3-4 максимум, дальше уже все. Обычно они не слишком шлейфовые, но давайте за ним понаблюдаем сейчас. Я очень хорошо слышу здесь личи. Прям вот... Это первое, что в глаза бросается. Если вы знаете, как эта нота пахнет, вы тоже ее сразу же считаете. Такая вот она кисленькая, с такой совсем небольшой горчинкой. Есть небольшая мягкая сладость. Ну, прям аромат супер задорный, супер позитивный. Не думаю, что он какой-то сложный. Посмотрим, как раскроется у нас сердце и база, конечно. И вернемся к обзору через 2 часа. Ну что, 2 часа позади. Аромат, в общем-то, вот все, что я о нем думала, все сбылось. Не сильно стойкий, шлейфовость у него средненькая. Шлейф есть, но он такой достаточно деликатный, неудушливый, очень легкий. Прикольный такой, мне понравился. Цветочный у него шлейф. И в принципе, когда, наверное, у нас затухает личи, да, происходит это буквально спустя минут 15-20, и начинает у нас быстро-быстро раскрываться сердце. Цветочное сердце в раскрытии. Роза очень нежная здесь. Не звонкая, не удушливая, не густая. Нет, такая вот прям деликатная, очень мягкая. Пион здесь очень красивый. И в принципе, композиция больше даже цветочная, да, по первому впечатлению, конечно, личи затмевает у нас все, но потом сердце раскрывается, выходят цветы, аромат становится больше мягкий, из него уходит вот эта вот кисловатая какая-то нотка, такая прям очень задорная, здоровская. Аромат легкий,
аромат нежный, аромат весенний. Он вам подойдет, если вас не раздражает такая вот кисловато-сладковатая взрывная нота фруктов, которая вначале бьет. В принципе, если любите цветочные запахи, класс. Долго держаться не будет, этого я вам обещать не могу, но на волосах, на одежде, думаю, продержится чуть дольше, чем на коже. Аромат классно поднимает настроение. Это супер повседневная история. Ее можно носить на свидание, да, она вам подарит такое романтическое, воздушное, окрыленное настроение и, в принципе, будет вам напоминать о весне, о лете. Это очень крутой запах на жаркое время года. Он идеально подойдет вот на раннюю весну, на позднюю весну. Летом тоже будет супер, не будет никого душить, вас душить тоже не будет. Долго он не продержится, но это и не всегда необходимо. На учебу, на работу супер запах, он молодой, он нежный, он женственный, и он с такой вот характерной ноткой какого-то задора, счастья, легкости, чтобы поднять настроение себе и окружающим, прям супер.